Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Fox, Play Market, All TV, Иртик, Сильвер, Додик, Госдума, Сергей Тайм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем пацанам. Всем привет. Смотрите, какую я нашел офигенную карту. Это классный лабиринт с бочками. И будем убегать от Абунг. Тысячу лет не было у нас этого жесткого Нексбота, поэтому если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Ребята, давайте договоримся сразу. Если вам нравятся ролики с вебкой, обязательно прямо сейчас поставьте лайк и напишите в комментариях. Мы хотим больше вебки. Ой, беги! Красиво вы слились, мне понравилось. Так, он же может резко выйти из-за угла. Надо быть очень внимательным, понимаете? Это очень такой нексбот опасный и очень быстрый. Беги, быстрей, огурец. Так, я слышу, как он свою вонючую музыку включил. Я выживу. Ай, блин, лучше нет, мы в тупик забежали, лучше там не сидеть. Вот тут, кстати, его можно обмануть. Вот здесь есть шанс, или в эту сторону побежим, или в эту. Все. Ого! Эй, пацаны, начинается вакханалия, такое люблю очень сильно. Блин, тут бочки эти, да, они очень сильно кошмарят. Нет! Ну, Рик, живи! Ладно. Я поддался первый раз. Так, я вижу, как пацаны сливаются. По сравнению с ними я еще живчик, живее всех живых. Так, давай, Бунга, давай. Я тебе... Блин, ну тут тупики. Подожди, стой, я его попробую обмануть. Опа, опачки, бочки мешают им ходить. Смотрите, как я уклонился. Это фэншуй. Бегите, бегите все. Блин, они нас окружили. Ну и ладно. Ладно, я сейчас-то не хочу проигрывать, я хочу выиграть. Ох, как справа вверху, смотрите на экран, как там пацаны сливаются. Блин, он меня увидел. Ой. Блин, головой поцеловал эту каменную стену. Блин, это карта с подписью, понимаете? Здесь эти тупики, они очень сильно раздражают. Я хочу выиграть, потому что... Так, а где все? Я не понял. Я хочу затащить. Дима, ты наверх посмотри. А где вы все? А, так это тебя не спасет, он прыгает. Смотри. И что, не убил? Ну, сейчас, подожди. А как ты туда забрался? Через бочку. Ай. О, через бочку можно, серьезно. Блин, а я не могу. А, ты ее поднял, ах ты жук хитрый. Я знаю, это как не ты... я не поднимал. Ладно, все равно ты умрешь. О, я буду по центру карты вот тут вот купаться. Не давай, надо. Давай. Опачки, давайте, все за мной. Меня окружили. Это хорошо или плохо? Очень хорошо и плохо. Потому что должен умереть. Я должен победить. Так, главное, в тупики не забегайте. Это очень опасно. Чего я никого не вижу? У нас же 9 человек. Ребята, вы заметили, что с каждым роликом все больше и больше людей хотят участвовать и записывать? Вы можете стать одним из этих людей. Что нужно сделать? Залететь в наш Дискорд и сказать: Димас, я хочу с тобой записываться. И вы можете попасть в ролик и вместе с нами проводить очень круто время. И даже на стрим можете попасть. Ссылка на Дискорд в описании. Совершенно молодец, какой же ты красавчик наполовину. Блин, а бочки раздражают вас, пацаны? Вы в них ударяетесь иногда? Нет. Иди сюда, Инкит. Блин, я никого не вижу. Подстава. Ой, а что тут кот валяется? Эй, кот, возрождайся! Так нечестно, ты хочешь валяться всю серию, чтобы выиграть? Не-не-не, так нельзя, люди, чтобы по-честно выиграли все. О, кто это здесь? Эй, бочкострел! Ладно. Ах ты! Уклонился. Хорошо, пока он пошел за... Да блин, ну не за мной, ну ты же видел, там человек стоит, ну что ты со мной бежишь? Бегите! Бегите. Нет! А! Блин, ну бочка надо. Было бы еще классно, если бы эти бочки взрывались. Да. Мы можем потом эти бочки в какой-то карте сами поставить. Я думаю, что Абунга их по-любому будет взрывать, когда будет возле них пробегать. Ну да, он будет задевать их, толкать. Да. Может так нас убить. Все, меня не видно, смотрите, я под водой. Вот это! Блин, хотел сказать, у меня такая топовая нычка. Получил посрача такого мощнецкого. Эй! Ну и ладно. Да ё-моё, так это же нечестно, я сейчас буду умирать много раз. Бегите. Так, у кого больше всех смертей? У Иртика, нет, у Госдумы. Да. Пацаны, еще ставить? Да. Мало, да. Нет. Мало, да? Их мало. Ну смотри, ну зачем ты ко мне пришел? Ты же их привел ко мне, а ну мы не можем выжить. А мне кажется, мы и так хорошо сливаемся. Не-не-не, надо больше. Больше? Ай.
Намного. Намного больше. Хорошо. Я думаю, что твоя просьба будет выполнена. Блин, зачем же я их на себя поставил? Это ж... У Маши улитки, блин. Это ж у ракушки, блин. Ну, блин, ну, пацаны, ну, прощите, пощадите. А эта карта жесткая, на самом деле. На ней тяжело выживать. Во-первых, бортики высокие, мы не видим, где они. И это в любой момент он просто начинает тебя мочить. А вы что, все поверху бегаете? О, давай, 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 я тебя обману. Красиво. А вот это было по феншую. Пацаны, я отвлекаю их на себя. Я вам жизни спасаю. Так, не буду. Блин, да это бочка вонючая. А я приломался выживать. Ладно, забирай свои слова назад. Только я говорю, что я выживаю, сразу умираю. Ладно, я плохо очень играю. Видите, я же говорил, что плохо. Блин. Блин, ну звук... Тихо. Ай! Обманул. Хотел забежать так вокруг стены и оббежать его. Не получилось. Как будто он прочитал меня. На опережение пошел. Но эти NX-боты очень жесткие, они очень умные. Их тяжело обмануть. Да. Дик Фокс уведи. Нет. А тебе не радно? Это, блин, да откуда ты нарисовалась? Вот. А, они телепортируются. О, год, я в логове. В каком ты появился? Аж горло першит. Я забыл, что они телепортируются. Да, они жесткие мужики. Дима, надо больше. Больше? Ой, блин, да бочка мне придавила ноги новые. Так, 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 блин, я зря сюда пошел. Опа! Опачки! Ладно. А что-то жестко. Они, короче, убивают меня и сразу тпхаются. Так куда жестче? Я сливаюсь, я даже минуту не могу прожить. Давай, если я сейчас полминуты проживу, смотрю на время, то значит я ставлю 50 штук. Ну блин, ну мужик, ну я не прожил полминуты. Ну вот понимаете, не выдаю, ну не даете меня спавнить ваших друзей. Они жесткие очень. Карта такая еще, понимаешь? Там где тупиков много, и ты не видишь их. А я знаю, где я бегаю теперь. Где ты бегаешь? По бортику, я по бочкам запаркурил, как вы. Я буду тоже выживать и читерить. Но это не читерство, это не читерство. Это называется мозги. А если зайти сюда, вот где вот эта штука здесь стеклянная, мы выживем или нет? О, ее можно удалить? А ее нельзя удалить. А, он же может и пыхнуться. Да, так, пацаны, приближаются. Все, пацаны, стоим, мы тащим. Да. 50 штук. Бегите, бегите. Ого. Yes. Ну это жестко будет, сразу говорю. Если вы не успеваете запрыгивать на бортик, мне искренне вас жаль. Ну, ЛТВ, ну зачем ты это делаешь? Ладно. Там обумки. Колян сливается, я только так вижу. А идите к нам, у нас самое читерское это место. А где вы? А ты ищи нас. Они там за столиком сидят, этот, водичку пьют. А, не по центру карты, что ли? Нет, они в краю. А тут вода еще где-то есть? Да не, они там бутылки поставили на стол. Так, сейчас я их... Вот, я вижу вас, пацаны. Хорош, хорош, вы тут устроились. У нас тут додик и на стуле кто-то сидит. Прощайте, мы к вам их привели, чтобы вы не сидели, не шкерились. Так нельзя делать. А что-то легко выживать по бортикам, понимаете? Ладно. Я сейчас буду спрыгивать вниз. Все, давайте, пацаны, будем спрыгивать с бортиков. Это нечестно. Все, давайте, спрыгиваем, потому что кто-то умирает, а кто-то нет. Я хочу, чтобы все умирали, а не только Коля. Я вижу, он сливается и сливается. Да их хоть много. 50 амбун по этой карте гасает, понимаете? Это, блин, ну это трэш. Это жестко. Лепой Марк, сделай кафе. Сидел тут, улыбался на вебку. Я готов. Ого, толпа. Блин, ну мужики, ну не, пощадите, пощади. Блин, агрессив. Все, и вот теперь я знаю, что делать. Смотри, все, я выживу сейчас. Так. Эй, мужики, мы втроем все. Мы все слились просто. Больно. Они так сильно меня лупашат, а так головой бьюсь сильно об стену. Это мощно, я тебе скажу. Нет. О, сейчас я его попробую обмануть. Ну что? Давай. Опа-па, есть. Нет. Ого, я перелетел за бортик. А они прыгать могут? Даже если ты будешь стоять на небоскребе, я не допрыгну до тебя. ЛТВ, стоп. Ладно. Все, сейчас я точно выиграю. Смотрите, все, я-то... Вот сейчас я точно выиграю, сейчас 100%, все, я тащу прям жестко, никто меня не сможет убить.
Ну зачем ты их ведешь? Ну зачем? И не хочет уходить, стоит на мне. Блин. А! Со всех сторон. Нет, нет, нет. А что это сейчас было? Они прямо возле меня все остановились и пошли в другую сторону. Может, мне не видно в темноте здесь? Блин, ребята, я нашел точку на карте, где они ко мне не идут. Они меня не видят здесь. Вот тут и стоим. Видишь? Увидел этот прикол? А это как? Я не знаю. Они сюда подходят и уходят. И уже так было несколько раз. Они не понимают, как сюда прийти. Я в такой же нишке сейчас нахожусь. О, нет. Все, ребята. Мы нашли тактику, как выживать. Ой-ой-ой, не надо. Ой. Ну давайте, ну 60 штук, там 65. Беги. Да что, мы убегаем, куда еще-то? Да ну блин, нормально. Ну ладно. Они не идут к нам. Ты на голове мне стоишь? Да, ул ты во все, мы тащим здесь. Это самая лучшая нычка на планете, видишь? Бегите. Ну как будто барьер какой-то стоит для них. Ну да, я буду использовать его. Но я думаю, что они все равно нас убьют. Но не знаю, почему именно эта часть... Как-то странно работает. Может, тут они не выучили карту, хотя мы прописали специальную команду, и они ее выучивают наизусть. Ну ты кот! Ты видел? Все нормально. Сиди! А что ты жопу мне свою вонючую показываешь? На меня, садись на меня. На тебя? Сейчас. Давай. Пирамидку из людей. Короче, давайте я сейчас сделаю эксперимент. Я сейчас выйду здесь и резко забегу сюда. Ты понял? Что? А почему это так работает? Смотри. А как? А ты чё живой остался? А ты побежишь вообще, не мне интересно? А я не знаю, где эта часть карты, я просто бегаю здесь. Ах, блин! Дима, ты сейчас, походу, на последнем месте будешь. Так, у кого будет, когда будет 50 у кого-то убийств, мы останавливаем. А, уже 49 у Колька! Не надо. Коля, держись. Люк. Живи. Если Коля умрет, ролик зак... Все. 50 убийств, лимит достигнут. Кстати, это ты быстро его достиг. Но учитывая, что эта карта маленькая, давайте я вам еще раз покажу ее сверху, как она выглядит. И смотрите, сколько здесь обун кладет. Вот это трэш. А ты так и до сих пор сидишь что-то в уголку? Нет, подожди, это часть карты. А мы сидим тут до сих пор все ожидаем. О, давайте мы все туда придем и будем сидеть там и проверим, они смогут к нам прийти или нет. Вот, все, мы все здесь сидим. Смотри. Ты понимаешь этот прикол? Сейчас я всех ТП. А как это работает? Давайте мы все тут будем сидеть, мы проверим. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Ого, они прыгают! Ай! Нет, они сюда могут ходить. Все, ладно! А это кто-то взлетел, они на него загрались и сюда. Ну в этом был прикол. Давайте посмотрим, кто занял первое место. Первое у нас место занял, это Playmark. Но это скорее всего за то, что он не возрождался. Да. Не, он тут стоит. Вот в нычке сидел. Второе место у нас занял Сильвер, и последнее место занял Коля. Жестко, агрессивно, но при этом красиво. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Подрывай все! Пока. Так, у нас технический... Вот! Всем пока!